Тетяна Комарова – тренер з йоги, спеціаліст із тілесно-орієнтованих практик, нейромеханіки, краніосакральної терапії та фейсбілдінгу. Доброго ранку, пані Тетяна, дякую, що ви до нас завітали. Доброе утро, я дуже рада бачити. Чи завжди вам доводиться так рано вставати і як ви посміхаєтесь, чи взагалі посміхаєтесь зранку? Довольно часто. Ранний підйом – це один із моїх, естественних утренніх ритуалів. Звісно, сьогодні було немножко раніше, ніж можна було б по-другому. Но, тим не менее, общение з телезрителями, з вами, имеет свої определенные удовольствия. Взагалі, чи потрібно посміхатися і як посмішка впливає на ваше життя? Спасибо за вопрос. Я считаю, что улыбка точно так же должна быть на лице. Должна, слово такое, но тем не менее. Бажано, чтобы была. Да. Але дуже бажано. Дуже бажано. Так же, как глазки у нас есть, как зубы, которыми мы гордимся, ухаживаем. Улыбка – это атрибут, который нам послан свыше. Только люди могут улыбаться, а все остальные не могут, живущие на этой земле. Я полагаю, что улыбка нужна нам для большего проявления тепла. Вот. Поэтому вопрос о том, как улыбаться – хороший вопрос, а сколько улыбаться – нехороший вопрос. Улыбаться всегда. Постійно потрібно, да, так? Я з вами згодна. Як експерт з фейсбілдингу, розкажіть взагалі, що це таке та чи цікавляться сучасні миколаївці цим таким видом йоги? Ну, конечно же, наш город очень в этом плане на большом уровне. Каждый современный человек, в основном, конечно же, женщины, но, тем не менее, мужчины тоже не пропускают мимо своих глаз такие упражнения. Да, косметология развита, йога развита в нашем городе. Все хотят быть гарными. Все хотят быть красивыми, конечно же. И современный человек пользуется ресурсом интернета достаточно плотно, поэтому только ленивый не знает, что такое фейсбилдинг. Это гимнастика. Это гимнастика, которая позволяет поддерживать лицо в определенной форме. На лице очень много мышц, точно так же, как в нашем теле. Мы качаем тело, мы имеем мышцы тела, мы имеем красивое тело, если от природы нам вдруг этого не досталось. Вот. А если есть необходимость какой-то коррекции лица, или, допустим, поддерживать его в тонусе, когда тебе 25+, то тоже можно заниматься гимнастикой для лица. Несложное упражнение. Некоторое время, скажем так, в районе месяца можно исправить определенные коррекции у себя, провести коррекцию. Через месяц будет видно уже результаты первые? Некоторые результаты видно буквально сразу же. А с более глубокими, скажем так, изменениями нужно поработать дольше. Это естественно и понятно. А как взагалі мимика впливает на наше обличчя? От мы часто и хмуримося, и навпаки сміємося. Як воно впливає? В одних зморшки ось тут на лобі, а в інших навпаки. Ой, слушайте. Хто який хоче, той це більше робить, так? Да, здесь ще дуже багато генетики, дуже багато. І тому, вибирати, де у тебе буде морщинка, абсолютно не в нашій силі. Мене не буду, я буду сидіти рівненько. Абсолютно точно. І желательно, щоб це було естественним путем. Тобто, потрібно просто немного не лениться. Потрібно уділяти в день, після того, як ви вже проработали комплекс, уділяти день, скажімо, 3-5 минут. Этого достаточно, щоб держати в тонусі. Це маленькі мишці. Их не нужно прокачивать долго, сильно и упорно. Угу. Какие для нас сегодня вправы подготовили? Ну, естественно, это будет улыбка. День улыбки, всех поздравляю с этим днем. Будем посмехаться, да, целый день. Чтобы сегодня улыбки были просто беспричинные и сияли у вас на лице. А кто будет питаться, что ты посмехаешься, говорит, сегодня день посмешки, сегодня потребно посмехаться. Точно. Смотрите, что бы мы ни делали с лицом, какую бы гимнастику мы ни занимались, нужно запомнить одно правило, это очень основное правило. Прежде чем заниматься лицом, нужно обязательно позаниматься тазом и шеей. Без этого никак. Иначе это будет совсем неплохо. Тобто це буде просто зробили і все, так? Ні о результатів не буде. Ні о чому, да. Поэтому мы начнем с таза. Мы сядем удобно, пятки поставим на пол. Если вы сидя, если вы стоя, значит, упираемся на пяточки, без прогибов всевозможных, постарались сделать ровненькую спинку, да, и сейчас сделали глубокий вдох животом, сделали живот большой,
А потом его потянули. Мне не можно. Подумай, что это. Это нужно. Можно плохое слово. Нужно. Итак, чуть-чуть животик большой, но не только вперед. Мы его толкаем в бока и в спину. И не столько вперед, сколько в бока и в спину. Итак, сделали глубокий вдох, медленный длинный выдох, задержали дыхание, поддержали, подтянули. Живот к позвоночнику, удерживаем. Улыбка сама уже идет, это понятно. И теперь отпускаем. Таких упражнений можно сделать это, в виде вакуума, с задержками. Нужно пробудить свое тело и центр своего тела обязательно пробуждать. Тобто це така ранкова? Да. Мини-гимнастика. Мини-гимнастика, причем очень полезная. Далее шея. Без нее никак. Почему? Потому что именно вот сюда, через нее поступают все питательные вещества, которые мы потом пытаемся подменить кремами или еще чем-то. Поэтому шею делаем. И, можно какой-то дуже коротенький еще вправу на завершение. Ой, уже на завершение. Тогда пойдем непосредственно к губкам. Мышца поднимающая, опускающая уголки губ. Будем сразу рисовать усик. Вы кладете два пальчика, можно даже один, в основание вот здесь вот уголка. Вторым пальцем вниз и довольно сильно проводите, разрисовывая ус, как у Сальвадора Дали. Прям активненько. Вы почувствуете сейчас, что это очень хорошо повлияет на приток крови в этой части. Не сподобалось. Нет, снизу вверх. Внимание, снизу вверх. И давайте для симметрии быстренько на вторую. Давай. Вы слышите, здесь тепло? Так. Окей. Угу. Я даже вижу хороший румянец. Правой рукой на левое. Угу. Большим пальчиком прижали. И сильно, с усилием провели. Вот нарисовали на себе такой ус. И еще разочек. И нарисовали ус. Хорошо, пошевелитесь. Как вам? Тепло, хорошо. Одно маленькое упражнение. Язычок под губы. И прорисовали. Угу. Я вижу, что вы умеете это делать. Все телеведущие это умеют делать. Все спикеры это делают. И мы тоже это должны делать. Еще одно. Маленькое. Дуже-дуже коротенько. Сейчас совсем не скуловая мышца. Очень обязательно. Уголок глаза, уголок взять ее и сблизить. Сблизить. Ну, не могу девочкам не дать упражнение на то, чтобы скулы были высокие. И отпускаем. Все. Сюда тоже пошел приток, и этого будет достаточно. Вот этих трех упражнений для утра. И первые два, то, что мы с шеей делали, с тазом. Дякую вам, пані Тетяно, що сьогодні завітали, так, збадьорили наш ефір, подарували. Спасибо. Такий гарний нам настрій.